Добрый день, а у нас начался второй день выставки World Food, и у нас в гостях Александр Гордеев из факторинговой компании Factoring Plus. Александр, скажите, какие цели вы преследуете на этой выставке? Ну, ритейл всегда являлся излюбленным сегментом для любого фактора в нашей стране. Именно с этого сегмента началось становление рынка факторинга и взаимодействие все с сетевыми поставщиками и сетями выстраивается именно вот с трех сторон, да, то есть и фактору всегда интересно принимать участие, да, вот во взаимодействии этом. И очень интересно найти здесь, увидеть, во-первых, наших действующих поставщиков, действующих дебиторов, ну и найти новые связи, новых клиентов и новых партнеров для развития. А вот какие компании вам интересны и предпочтение каким регионам вы отдаете? Ну, у нас нет предпочтений по регионам, то есть мы работаем дистанционно с любым регионом страны, с любым представителем любой отрасли, то есть это может быть и поставщик, я не знаю, и продовольственных товаров, непродовольственных товаров, может быть поставщик каких-то услуг, то есть вне зависимости от региона присутствия. Мне непосредственно интересно общение с покупателями крупными, да, это именно по моей специфике деятельности, вот, ну, в том числе и найти какие-то интересные кейсы для реализации в нашей клиентской части. А вы новый игрок на факторинговом рынке? Если да, то тяжело ли конкурировать с другими факторинговыми компаниями? Совершенно верно. Мы относительно недавно вышли в свет, на рынок факторинга. Факторинг Плюс начал свою деятельность там приблизительно около полугода назад, и мы не стесняемся заявлять об этом. Мы выбрали свою нишу, выбрали свою специализацию. Нашими ключевыми плюсами является скорость и сервис. И главным отличием для нас является это, может быть, отсутствие лимитов как таковых, с которыми сталкивается большинство. Да? То есть если у вас есть отгрузка на 100 тысяч рублей, мы с удовольствием ее профинансируем. То есть нам не обязательно, чтобы это был какой-то крупнейший поставщик, только там на X5, Магнит или Ашан, да, то есть мы готовы работать со многими поставщиками на различных дебиторов. А в чем новинки вашей факторинговой компании и чем вы можете похвастаться? Ну, мы выстраиваем свою модель ведения бизнеса именно через взаимодействие с покупателями, в том числе по процессам подтверждения оплат через API-каналы, через личные кабинеты, веб-сервисы. То есть это ускоряет процесс взаимодействия и ускоряет процесс получения финансирования поставщиком. И заключительный вопрос. Каких новых партнеров вы здесь ищете? Ну, как я сказал, то есть я ищу крупных заказчиков, которые готовы общаться со своим покупателем, представлять им различные финансовые способы работы, пополнение своих денежных средств, да, своей оборотки и в том числе управление своей кредиторской задолженностью. Поэтому крупнейшие заказчики нашей страны, то есть они для меня как это интересно. С нами был Александр Гордеев из компании Factoring Plus. Оставайтесь с нами.